как дела у кого? Шаляков, привет! Звезда вечеринок. Так, куда же мне сейчас повернуть? Я, как всегда, выйду к вам в прямой эфир, блин, на самом этом храме ехать. Вам 2 секунды, подождите. Все, я с вами. Я еду сейчас на стадион возле авиапарка, который у меня сегодня друг играет, там Динамо, хоккей Динамо с кем-то играют, не знаю с кем. Вот, и Егор Зайцев, это моя китка моя, друг мой. Вот, и у него сегодня игра, и я еду, мы там собираемся в большой компании и поддержать его едем на игру. Питер, привет! Привет, очень крутая. Спасибо! Да, волосы нарощенные. Блин, пробка. Go совместно. Давайте, я просто пока сейчас, пока без совместных, потому что... Потому что еду за рулем, мне очень удобно. Всем привет. Привет. Фрост. Олера, Фростим, малышечка, Дашенька. Люблю. Красиво, очень спасибо. За рулем, да, за рулем. Львица. По жизни львица, в постели тигрица. Ухо, вам меня нормально видно? Будто бы таю, как снег. Ты для меня моя крепость, моя вера и правда. Я уже еду, все, бейба, едь на дорогу, смотри, я еду. Я сейчас тоже на заправку заеду и этот. И встречаемся. А, так, откуда знакомы с Тифестом? Познакомились мы в Турции на фестивале. Ну, блядь, что ты тупишь? Дятел, блядь, что за люди по этой дороге? Я мчу, я тоже мчу, я вот сейчас кофеечка бахну. Подожди. Знаешь, так говорю сейчас, подожди, как будто если я не скажу подожди, блядь, я не заеду на парковку. Там. Да. Было уже все, что было, ничего не поняла, все пропустила. Машина отвечала. Как всегда, шикарно. Я еще не проснулась до конца, вообще, мне кажется. Так что подожди. Глаза, глаза, ладони, ладони, это на. Просто яркий мой. Я просто накрашена, потому что я после хоккея, мне еще нужно на день рождения к моему другу Владу ехать. И мне надо будет успеть только переодеться. Здравствуйте. Ой, давайте мы пойдем. Парламент, да.
получила. Подождите, я не задавайте вопрос, потому что это среди людей стоит, не очень удобно. 220. А, здравствуйте, можно мне холодный латте, шоколадное печенье? Так, а можно тогда мне, знаете, что сделать? Обычно горячим, только холодное молоко добавить. Я у вас перед этим каждый раз заезжаю, мне добавляют холодное. Ну, либо давайте просто, знаете, можно как сделать? Обычный американо без молока, и туда холодное, а посчитайте, как американо с молоком. Можно так? Так, американо объем какой? Давайте большой. 0,4? Ну, давайте, да. А туда молока мало, то давайте. Тогда давайте меньше. 0,3, да? 0,3 давайте. Ну, вам, вам виднее как? 1, так 169. Карты. Карты нашли? О, нет, не надо. Она у меня где-то есть, но я ей не пользуюсь. Вы без заправки? Без заправки, да. Без заправки. Сюда, пожалуйста, я. Все, можно, да? Mm-hmm. Все, класс, спасибо. Давайте. Так оно сразу же с молоком добавляется? Нет, нет, я сейчас вам дам молоко. Класс, молоко. Спасибо вам огромное. Подпись вот здесь поставьте, и ручку не забудьте на воде. И вашу карту. Так, вторая я или четвертая? Вторая. Вторая, 95. А что ты вас так рассмешила? Не могу проснуться до конца. Что-то там кофеечек мой льется, льется. Так, Израиль, привет. Прохочу Виагру. Что вам рассказать? Прохочу Виагру. Ой, спасибо вам огромное. Так, ой, класс. Спасибо. Да, все вижу, все знаю. Добрый день. Вы лучшие. Добрый. Что вы будете долго? Все, я молочка налила, вот стоит. Спасибо вам огромное. Хорошего вам дня. И я вас благодарю. Вы сделали мне очень доброе дело. Захаряш часто про тебя говорят на проекте, они вспоминают, как ты им давала эмоции, что ты была классной. То, что я классная, я и так знаю. А то, что я крутая, я тоже знаю. Так, что ты? Да есть парень. Вот вы какие. Все же вам расскажу. Шорты где покупала сегодня, выставлю пост. Спасибо еще раз вам. До свидания, всего доброго. Сегодня сделаю рекламу. Это Настюха Ковалева мне подогнала эти шорты, у нее здесь шоурума. Выставлю ссылку, укажу. Так, Лер, сохрани эфир. Хорошо, малышка, оставлю. Так, блин. Вот почему я всегда стаканы перед машиной валяются там. А куда выкинуть можно? Спасибо. Какая я вежливая. Ну, это ж пиздец просто. Всем спасибо, спасибо. Благодарю. Так, Лера. Да, да сейчас еще сяду в машину. Подожди, сейчас все обсудим. Бля, все равно горячий. Парень, да муж и пятеро детей. Вы же знаете, что личное я свое... Не афиширую. Ой, ну черт. Так.
что я не могу так. Честно, без шуток. Правда, извини, если тебя я без шуток. Я так устал от твоих ноток. Я не спал около суток, ждал тебя на заступ. Да, я знаю, это будет глупо. Но порой чувствую легче, чем думать. Я готов кричать, дай тебе рупор. Но ты снова в ответ тянешь мне руку. И выскается вино. Я с тобой, мне все равно, милая. Все решено наперед, я знаю исход. Ведь ты моя. Сердцеедка, сердцеедка. Не играй со мной в русскую рулетку. Как заражена твою полосу. Сколько женихов уже убиты тобой. Сердцеедка, сердцеедка. Ой, Шер Мария, Мария. Ой, Марина, господи. Марина, прости, пизданула, что-то не то. Привет, дорогая. Какой рабочий? Кто рабочий? Ничего не понял. Песни Крида, да, нравятся некоторым. Гадалка Аделина. Зубы где такие делала? Я уже миллион раз эта история про мои зубы уже известна всем. Кажется, так любит до сих пор. Ну, что ж я поделаю? Что ж я поделаю? Рот рабочий у тебя. Скажу так, это для женщин очень важно, чтобы ее рот был рабочий, потому что семейная жизнь должна быть разнообразная и очень хорошая, чтобы глубокие чувства одолевали ваше семейное ложе. Так, мнение по поводу нарядов. Я это слишком, я же говорю, круто для определенных людей, чтобы я что-то о них говорила, в принципе. А зубы где-то, не знаю, $1,010. Ну, что-то такого около, я не помню. Ну. Так, что тут? Это у меня карандаш для губ. Маковский. А, ну, номер, название, по-моему, Варл, Ворл. Я вот каждый раз говорю. Знакома лично с Кридом. Мы пересекались, но лично я с ним не знакома. Лерка, сердцеедка. Нет, не планирую. Конечно же, не планирую. Вы что? Макияж, да, сама делаю. Привет, ищи. Здрасте, Супер Лера. Маникюр чаще делать. Под настроение, но в основном это классика, потому что у меня какие-то различные мероприятия, да, которые, ну, как бы, все равно обязывают, да, к определенному маникюру. Это в основном френч, красные, короткие, черные. Черные давно, кстати, не делала. Куда ты, блядь, дядя, летишь? Вот куда ты летишь? Ты, блядь, пидорас, блядь. Здесь на всю страну скажешь, что в рот берешь. Ну, знаете, что естественно, то не без оргазма. И чё? Если ты не берешь в рот, как ты вообще существуешь в этой жизни? Это бедный твой мужчина, я хочу сказать так. Ты берешь в рот? О, какой ужас! Я же говорю, твой муж или кто там у тебя парень, я ему очень сочувствую, пиздец как сочувствую. Куда по профессии? Тележурналист я по профессии. Огромное. Куришь сигареты? Да, курю. Но зачем вы мне об этом напомнили? Вот вы мне скажете, я теперь хочу курить. А кто больше так? Поэтому мужики гуляют. Да не, вы это не говорите, пусть она в рот не берет. Так и умрет, не познав.
Прелесть сексуальной жизни. Ай, бля, муха. В Крыму бываешь, или он просто для тебя? Я была в Крыму, и, ну, я раньше часто была в Крыму. Но, господа гаишники стоят, надо их объехать. А вот. Была, и клип мы снимали как-то в Ялте, отдыхала я по детству в Крыму. Мне очень нравится Крым. Так. В Грозном была? Нет, не была. Должна была быть, но не была. А ну подожди, сейчас я гляну, куда мне тут повернуть лучше, подождите. Так, все видно, слышно меня? Так, что я хотела сказать? Я забыла, что я хотела сказать. А ехать мне еще по прямой нормально. Так, день болельщика сегодня в Уфе будешь? Ну, я же улетела из Уфы, потому что у меня же, наверное, в Москве дела появились. Поэтому, увы, ах, я не могу на ковре в самолете. Так, обожаю тебя смотреть за прямоту. Любишь бижутерию или только драгоценный материал? Все индивидуально, смотря под что. Длина ресниц 14, объем 4. Автомат, конечно, автомат. Кофе пьесты не, да я наоборот жду, я не люблю горячий кофе. Привет, очень классно, спасибо вам огромное. Через 1.5 километра съезд, поверните направо. Сердцеедка. Так, приветка, приветик, ты очень классно, характер у тебя вообще огонь. Обожаю тебя. Спасибо. У тебя асимметрия. Представляете, у всех людей асимметрия. Одна нога короче другой. А одна сиська больше другой. А один глаз меньше другого. Прикиньте. У тебя У тебя съемки бывают в Уфе? Или? Или. Еду на хоккей к другу. У меня друг сегодня играет. Динамо играет с кем-то там. Не знаю с кем. Я ответила, в Донецке была? Да, в Донецке была, конечно, раньше. Вот я не люблю вопросы, а ты с кем общаешься, а ты с кем общаешься, это, ну, какая разница, с кем я общаюсь? Общий бюджет или раздельный? Если вы говорите о семейной какой-то жизни, то... конечно, общий. Муж должен зарабатывать или парень? Больше? Мужа деньги, общие деньги. Не, ну, нормально, когда, блин, мужчина ведет и семейный какой-то бюджет, и основной. А что важно женщине, что ты себе представляешь, чтобы, как бы, ну, у меня были свои деньги, ну, как бы, нормальный мужик не позволит, что, знаешь, на... жена или девушка на свои деньги там что-то покупала. По мелочи, как бы, это одна история. Твой мужчина из Москвы.
Вот вы как раз писали перед этим, узнают ли меня. Узнают. Поправилась или ракурс? Может, чуть поправилась, просто я телефон внизу держу. Если вот так буду держать, так я буду похудее. Наверное, твой парень из Уфы. Староганды, блядь. Ой, Азаматик, дорогой, я еду на хоккей на Динамо. Я тебе, кстати, сейчас выйду, когда из прямого эфира, я тебя наберу на телефон. Я только увидела, что ты мне вчера звонил, прости меня. Так, ходишь на концерты Тифеста или есть в планах? У меня была в мае на его концерте. Я, в принципе, как бы у меня нет такого, если я каких-то даже людей знаю, то у меня нет такого, что там на концерт хожу, планирую. Но я спокойно как бы к этому отношусь. Так, фоткаешься на улице, если просят? Да, конечно. На губах карандаш. Очень похоже на мою сестру, люблю вас. Красивая у тебя сестра, хочу сказать. Рот был занят, не смогла ответить Азаматику. Не, в Москве мой рот свободен. Когда мой рот занят, это вам уж не знать никогда. И бать, что у тебя зуба не пишет. Азамат, а что ты еще не привык к этой всей дичи? Набери. Да, наберу. Стерва или няшка? Я очень хороший человек на самом деле. Но если меня не злить. На концерт LG, да, когда-то случайно в Secret Room приехала, и он как раз выступал. Лет мне 25. Мужику, походу, завидно. Да, видимо, этот мужик мне писал в директе: эй, красавец, познакомимся. Сорян, позвонили мне. Завтра у меня съемка на Первом канале. Так. Блять. Как тебе удается держать удар? Он на гелике знакомился. Вот мужики. Удается держать удар, когда я просто сама всегда бью первая. Я как бы не физически имею в виду, а морально. Не пытайся укусить того, кто может тебя съесть. Как похудела, что крутая сейчас. Да, блин, вот мне каждый раз пишут, только ощущение, что я слоном была. Я слоном была в 11 классе, когда меня разнесло. А так я всегда в одном весе. Всегда носишь с собой самое необходимое. Кошелек, телефон, ключи от квартиры, ключи от машины, пудра. Люди какие глупые вопросы еще спросили, какую бумагу жопу вытирать, бесите. А жопу вытираю в бумаге Kleenex. По-моему, там тройной слой с запахом персика, с вкусом. Что ценишь в мужиках? Так, во-первых, сразу неправильная формулировка не в мужиках, а в мужчинах. А во-вторых, а что я на дальнем свете еду, ё-моё. А во-вторых, это надежность, чувство юмора, доброта. Да блин, ну это все индивидуально. Гелик догнал. Здрасте. Привет, я не знакомлюсь, увы. Не, охранять не надо, есть кому охранять. Охранять есть кому, блядь, спасибо вам большое. Хорошего дня. Кофе попьем? Не, кофе не попьем, кофе не пью. Сука. Не, ни чай не пью.
Так. Мерседес. Кофе попьем, говорит. Где же верность? А я что, поехала с кем-то кофе пить или что-то делать? Как же верность? Я... Вернее, меня, только хатика. Так, какие любимые духи? Да много разных. И, ну, в основном это Ферраро Готик. Так, я что-то, блядь, не могу понять, куда мне... У тебя свой кофе есть, да? Нет, я сказала, что кофе не пью. Он видит, что у меня кофе стоит. Ладно, пофиг. Бля, он опять едет, что-то опасный тип какой-то. Так, ладно, все. Конечно, дорогой косметика или дешевый? Нет, у меня вся косметика дорогая, профессиональная. Я украинка. Так, а дайте я гляну, куда мне ехать. Да. Так, ты им очень понравилась. Ну, слушайте, что, если я всем нравлюсь, ну, кому-то нравлюсь, что мне со всеми знакомиться или со всеми кофе ходить пить? Будешь на месте российской красавицы, я не знаю, буду ли я, в принципе, в Москве в этот момент. Как отношусь к Бузовой? Замечательно отношусь к Бузовой. Умеешь балакать? Незвычайно. Я дуже свильно спілкуюсь на українській мові. І... Сука, куди ж я залезла, бля? Так, мені ж цей гелик не нравится, если честно. Он едет за мной. Мені уже страшно. Так, ладно, шучу, ничего мені не страшно. Меня боятся. Так, пламенный привет из Магадана. Магадан, здравствуйте. Твою мать, куда ж я залезла? Попу мира, как же мне где-то перестроиться? Сколько раз чистишь зубы? Не, ну это уже прям вообще такие, знаете, лютые вопросы вы начинаете задавать. О, перестроюсь. Ну, вообще два раза в день. Если, ну как бы, если там покурю, мне куда-то там ехать навстречу, тогда там, ну, еще очистить зубы, что за вопросы, господи. В Рязани нет, не была. Огромный привет из Дагестана. Дагестан, здрасте. Донецку приветик. Да, Донецк. Здрасте, здрасте. Сука. Так, ладно. Пусть гелик проводит до места. Я его сейчас подрежу. Так, Айкос, ты куришь? Нет, не курю, Айкос. На бровях у меня тени для бровей. В Баку нет, в Баку я не была. Так, огромный привет из Элиста. Элис, здравствуйте, сколько? Бля, такие вопросы лютые пошли. Покажи гелика, да сейчас я его запалю, он сейчас... Можем его реально в прямом эфире показать, чтобы он понял, что со мной шутки плохи. Так, на первой кассе. Это уже не смешно. Нет, да какой BMW, Mercedes? Стрелки нарисованы или татуаж? Конечно же, стрелки. Да, всем интересно, кто же там на гелике за мной увязался. Я ему сейчас скажу, молодой человек, я замужем, у меня трое детей, ипотека на 45 лет. Вам зачем эти проблемы? Судебные приставы меня разыскивают. Куда ж вы несетесь? Так, ладно. Если бы влюбилась, могла бы переехать в другой город. Все индивидуально. Не отвечу сейчас на этот вопрос, потому что у меня все равно всегда в приоритете я, моя карьера, мои дела. Поэтому кто его знает, как он будет. Я не знаю. Ну, хотя, учитывая
свой характер и свои какие-то иногда не совсем продуманные действия, мне кажется, я могу в этой жизни все. Кем работаешь? Ну, вот вы такие странные вопросы задаете. Ну, не работаю я вот так вот, как все работают, да? Моя работа — это съемка. Вот завтра я еду на Первый канал. Сегодня там у меня там свои другие дела. Послезавтра у меня еще что-то будет. А, блин, что ж я все еду, да еду. В Казахстане не была, нет, не была. Так, я же вот сюда поверну. Приезжай в Киев почаще. Я буду в сентябре в Киеве. У меня будет съемка в клипе. Вот, поэтому я в сентябре буду. И Мисс Украина плюс будет в сентябре. Мне на Мисс Украину тоже надо заскочить будет. Работа мечты. Ну, кто на что учился? Чё ты долго едешь? Ну, конечно, долго еду, потому что четверг и пробки, блин. Четверг, сейчас четверг. Пробки. Съезд. Поверните направо. Я что, проехала? Подождите. Какая я молодец! Я уехала туда, куда надо. Все, бомба. Бля, какие же вы стрёмные и завистливые бабёнки. Что-то там не поняла. Ладно, не суть. Так, никто на кого-то... Одним в жизни везет, чем другим. Я вам, знаете, скажу такую фразу: везет тем, кто везет. Это самое вот с таким подходом по жизни у вас пиздец будет вообще на протяжении всего времени. Если ты будешь считать, что кому-то повезло больше, а мне не повезло, ну и все, и так и будешь жить всю жизнь. От зарплаты до зарплаты, от накопления бабок на отпуск раз в 5 лет, и все. У каждого свой выбор. Это твой выбор, рушить или строить. Есть вредные привычки. Ох, вы что? Вредные привычки — это вообще моя тема. Курить, материться. Не знаю, что еще. Не, ну их много, но это все не для, блядь, не для прямого эфира. Смотрите, еду в тоннеле, сейчас может этот связь пропасть. Привет, а в Уфе просто так приезжал? Не просто так. Прям мудро сказала. Так я вообще мудрость. Я не Лера Фрост, я Лера мудрая, а.к.а. Это здесь, блядь, какие дороги здесь, что здесь происходит? Хорошая, милая, красивая девушка. Спасибо. Благодарю вас. Привет из Крыма, красотка. Спасибо. Привет Крыму тоже. Здравствуйте. Алтай, привет. Дай денег много на мороженка. Пойди заработай. Вы очень сильная и умная. Может, со стороны виднее, не знаю, не могу себя судить. Клип Анны, я не знаю, кто это. Очень красиво, классно, спасибо. Крутая, обожаю, спасибо. Сразу видно, стрелец. Ну, что есть, то есть. Обожаю тебя, я вас тоже обожаю. Дагестан, привет, Дагестан, one love. Куда поедешь отдыхать? Я не знаю, мне пока не до отдыха. Сколько тратишь денег в день? Вообще по-разному, тоже странный вопрос. Из Украины, город Павлоград. Красоточка классная. Павлоград, здравствуйте, спасибо. Когда последний раз была, блядь, на шопинге? У меня нет такого, что я прям целенаправленно иду на шопинг, шопиться, закупаться. Я впереди камера на 60. Ну, я еду 65. А, я вообще не люблю по магазинам ходить и выбирать.
выбирать что-то, и для меня это, мне нет, то я не получаю кайф от этого. То есть, мне не... Впереди дорожные работы в левом ряду. Понравилось в Уфе. Так расскажи про Виагру. Это долгая история, сейчас не настроенная. А понравилось в Уфе. Ну, конечно, я же не первый там раз была. Как тебе президент Украины? Я рада, что Зеленский президент Украины. Очень круто, молодец. Это дорого стоит из КВНщика, да, стать президентом Украины. Это же просто топ. Луганск, здрасте. Больно ли колоть ботокс? Я вот лоб колола себе, потому что у меня, ну, видите, брови ходор-ход, а вот залома вот этих нет. А ботокс вообще 3 секунды дело, вообще не больно. Вы с мамой живете или одна? Я одна живу, мама у меня в Киеве. А есть родные в Москве? Нет. Как ты придерживаешься такой формы? Стараюсь правильно питаться. Кто сидит с твоей собакой? Либо она в отеле у меня для животных. И вот сейчас я, когда улетала, он у меня как раз приболел. Смотрите, как красиво. Класс. Обожаю этот мост. Да? Как ты умудряешься вести машину, вести прямой эфир? Невероятно, в общем, вы. Спасибо вам за то, что вы такая охуенная. Да я не знаю. Как Юлий Цезарь, спасибо большое. Маме финансово помогаешь? Конечно, я считаю, что мы обязаны своим родителям помогать. Потому что когда мы были маленькие, они нам помогали, растили, кормили, деньги на нас тратили. Да что там деньги? Нервы тратили свои. Поэтому, когда мы вырастаем, мы обязаны, это наш долг, своим родителям помогать. Самый дорогой подарок в твоей жизни, ты не знаешь, я подарки не по финансам каким-то моментам сужу, а по каким-то внутренним, поэтому это личное. Так, ладно, что-то я заболталась. Через 600 метров. Держитесь правее. На мост. Хорошо. Вот, что-то я заболталась с вами, потому что мне надо сейчас же понимать, что мне куда ехать, куда поворачивать, чуть-чуть депсы подрезать. Ну, вообще, зашибись, придумали. Вот. Я вас целую, обнимаю, желаю хорошего дня. Все. Всех обняла, приподняла. Следите за моими постами и сторис сегодня.